На главной площади курорта свой потенциал презентуют не только анапские вузы и СУЗы, но также учебные заведения из других муниципалитетов края и даже Крымского полуострова. Свои выставки представили и городские предприятия. Здесь можно узнать о самых востребованных специальностях, тонкостях и нюансах каждого направления и буквально прикоснуться к будущей профессии. Интересно было, весело, захватывающе. Ощутить себя, ну, хотя бы частью пожарной деятельности, ну, хотя бы так. Мы разрешаем сесть в пожарную машину, покрутить руль автомобиля, примерить форму пожарного. Вы видите, как это им интересно, потому что весит-то она немало, особенно еще если с аппаратом сжатого воздуха, в котором они одевают и идут в очаг пожара. Поэтому каждый может на себе испытать вот такую, по крайней мере, хотя бы вот в таком ракурсе профессию пожарного. Самыми востребованными по-прежнему остаются рабочие специальности. Они же сегодня являются и хорошо оплачиваемыми. Особенно молодые специалисты нужны в агропромышленном и туристическом комплексах. Профи-форум дает возможность молодым людям определиться с будущим направлением и, возможно, даже конкретным рабочим местом, попробовав себя в роли повара, строителя, химика или даже флориста. Посмотрите, сколько нашей молодежи собрал этот форум. Действительно, очень активная и интерактивная площадка, которая позволяет в режиме реального времени попробовать несколько профессий одновременно и выбрать для себя, для души, для будущей жизни. Это очень важно. Поэтому, уважаемые жители, гости нашего города, интересуйтесь будущими профессиями, думайте о том, кем будут ваши дети уже сейчас, для того, чтобы действительно будущая профессия была в радость и приносила максимальную пользу для города и для общества. Представители Керченского государственного морского технологического университета предлагают кубанским абитуриентам получить специальности со 100% трудоустройством. ВУЗ готовит специалистов по двум направлениям – морская отрасль и технологический факультет. Что касается морского факультета, у нас 100% трудоустройство, то есть тот, кто желает в дальнейшем связать свою жизнь с морем, в этом проблем никаких нет. Что касается направлений технологического факультета, тоже все зависит от самого человека. То есть не обязательно оставаться в родном регионе, можно попробовать себя и в других регионах, и за границей. Что наши выпускники пользуются популярностью. Профи-форум продлится 3 дня. За это время школьники посетят различные предприятия, чтобы увидеть производственный процесс вживую, а также пройдут профориентационное тестирование, в ходе которого специалисты помогут выявить предрасположенности к той или иной профессии и дадут соответствующие рекомендации. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа Регион.